Ну что, экипаж в сборе? А вы знаете, я начнем мы тут пить, я еще стих хочу прочитать. Я его здесь читал год назад, потому что вот Михаил сказал, и я сегодня говорил, и еще раз передаю привет своим друзьям и в России, и в Беларуси, и в Украине. Замечательный стих моего приятеля Геннадия Мамидова из города Чернигова, написанный на трех языках. Может быть, я несколько криво, не совсем у меня правильное произношение, но я его обязательно прочитаю. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через край лилось в стакане. Всю водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый коуш во всей красе мы перехилим вельми лоука, и белорусы мы не усе, хотя усе мы пьем сбровку. Мы полни келих и налем, чтоб аж лилось через винтя. Горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты, тверезы мы, чи зовсім п'яні. Бо мы сябры, бо мы браты, и потому что мы славяне. Снова нас зовет, и бетонку с Богом отпустит. Набираем эшелон, и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставят под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. А мы же сами как семья, мой экипаж. Снизу морем облака, опять 700, и мы пока крепкий чай в который раз пьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом. На земле по сотке мы нальем. Командир на руку с гор наплевал на коридор. До ворот отвлакался долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошлет. Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Пусть мы сами как семья, мы экипаж. Автопилот удлиняет наш налет. Командир прочтет свой детектив. И спокойны мы в полоне, мы уже не на войне. Шум
книги для нас покажешь на стенах. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлют. Нам уже не привыкать в обязаловку играть. Знал бы прикол, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне сегодня выпала великая честь стоять на этой сцене. Поздравляю Николая от имени главнокомандующего Военно-космическими силами, героя России, генерал-полковника Бондаря Виктора Николаевича. Виктор Николаевич. Николая, он с ним бывал во многих горячих точках в разные периоды. Лично с ним знаком буквально полтора года назад. Николай был на его юбилее, 55 лет, исполнял свои песни. Прошу меня от его имени вручить тебе приветственный адрес поздравительный. Спасибо. Это часы именные от главнокомандующего. Спасибо. Я тоже хочу рассказать маленькую историю, буквально 30 секунд времени. 9 мая этого года, после возвращения планетарной группы «Русские Витязи», мы сели, люди, которые любят авиацию, и ГАЗ-24 «Волги», в две машины и поехали по маршруту Минск, точнее Москва, Смоленск, Минск, Брестская крепость. Ну и в Минске встречались с Николаем. Когда на площади Победы, да, со знаменем с красной полосой. И когда мы в очередной раз обмывали его награду в гостинице в Минске, выяснилось, что в нашем экипаже есть человек, который родился с тобой в один день. И он сегодня пришел позже на твой концерт, находится здесь, в зале. Это Сергей Владимирович Пехов, мой сват. Он сегодня проводит с тобой день. Разреши мне еще раз поздравить от нашей всей компании, от нашего экипажа, который посетил 4 города-героя. Пожелать тебе творческих успехов. Спасибо. Ждем тебя снова в гости. Спасибо большое. Там Василий Павлович есть там с Вениамином? Вот они. Это я просто вот, эта модель стоит же здесь. Все на месте, да. Ага, я понял, хорошо. Но песня про этот самолет. Две лётных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась новой краской в пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рёв двух сердец, двух пламенных моторов, нас, граждане, за грохотом пикнут. Да кто-то в небе нас подводит, восхищенным взором отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства наш дом все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайних уличной страны. По облакам корабль, под крыльями, под
поблескивают реки. Небо по маршруту, как проспект. На земле нажать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком. Тяна носится на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем патрулируем пространство щитом бескрайней будущей страны. Облакам корабль, как по волнам, вот 40 тонн словно налегке. Если что, мы можем при желании на волнам увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть мы Илюшу в просторе океана голубом. Корабль наш воздушный, он ведь все же хочет кушать, он пьет. А наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. В твоем патрулируя пространство щитом как в гавань корабли идет снижаясь, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы ходим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице. Когда по плану, знаешь, как без войны. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Подтвердят на трассе расчет.
Появился летчик-оператор, причем как в фильме «Терминатор». Все, что снизу убирает в лед, наш вред он тем не нашим живет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугает снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодила. Что вместе с нами на краю ласточка гнездует мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, а не из робких. Обложился лентами в коробках пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш звучит надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кричит крокодилом? Дух, что вместе с нами на краю ласточку пенистую мою. Свирепость в небе, словно маленькая крепость. Мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки. Словно танцы, кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою. С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что вручила нас в бою, что вместе с нами на краю ласточку и стою мою. Спасибо. Так, я посмотрел направо. Сейчас, я просто хотел сказать, что вот генерал Шипачев Анатолий Константинович, вот ласточка, это вот этот генерал, когда еще был совершенно молодым, в 25 лет, словил на Ми-24 ракету «Стингер» и умудрился остаться жив, посадил этот вертолет в Афганистане. Я сразу представлю, Антон Скромный, заместитель начальника 237-го гвардейского центра показа авиационной техники, русский видите здесь стрижи, полетной подготовки, подполковник Александр Дедюра. Короче, дам полетный центр показа авиационной техники. Русские витязи и стрижи очень любят этого товарища. Поздравляют в моем лице с юбилеем, Толь. Творческих тебе успехов, всего спасибо. Хорошего. Что еще в авиации желать? Здоровья, огромного здоровья. Ну а мы тебя любим и всегда готовы обнять
и голубить, лелеять и не наглядеть. Что ж, праздник каких подарков. Центр показа авиационной техники. Город Любин. Я иногда тренируюсь где-то около микрофона. Просто у меня через ровно через месяц концерт в Южно-Сахалинске. Соответственно, да, на Сахалине, да. Судя по названию города. Поэтому надо потренироваться. Не согласен. Треть планеты обогну. Между закатом и рассветом сон придет едва и два. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт сменил большой на малый, сам себе теперь вот. Пусть с дороги я усталый, только хочется полет. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни все болтаюсь между небом и землей. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям вот над островом. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на крае света, где слегка все набегли. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины. Крабы, рыбы и кальмары просят тучи важных дел. Нам летят в пивные залы, океан им надоел. Словно море, это небо, я в полете им дышу. Без него мне, как без хлеба, я на землю не спешу. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Доспехах остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов каторжан лечил морой. Люди здесь в суровом крае не боятся лютых вил. И когда-то самураев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет катастрофа. Он на глобусе полуслый, всему кажет, где восток. Из него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Сахалином, я брожу по облакам.
снизу мишки за малиной ходят ягоды на места. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом и нет. Потому что каждую секунду, каждую минуту я хотела его пойти поздравить. Потому что те песни, которые он нам дарит, то творчество, которое он нам дарит, и то ощущение счастья и полета души, оно переполняет. Более того, когда вот попили перерыв, я увидела невероятное количество счастливых глаз женщин. Вы знаете, тут все мужчины, на 1 метр квадратный у нас тут герой России, ну просто хочется встать и сказать... Ну, кто же эти герои в России, рядом с ними кто был, эти замечательные женщины, правда, женщины, да? Вот, поэтому, вот, потому что рядом с каждым героем России есть женщина. А он трогает невероятные струны души, это вообще это Британин, если кто не в курсе. Это замечательный мой заслуженный летчик испытатель. Да, это сын, который открыл для меня Николая Анисимова. И вы знаете, вот то невероятное ощущение Родины, которое он несет в своих песнях, это ощущение счастья, что ты рядом находишься с таким замечательным человеком. Хочется делиться с этим, хочется пожелать ему невероятного, огромного счастья. И самое главное, что он делает, он пишет летопись. Летопись каждого из вас. Вот здесь нет ни одного случайного человека. Здесь каждый человек – это тот человек, которого он пропустил через свою душу. И благодаря которому мы знаем о вашем подвиге, мы знаем о ваших переживаниях, мы знаем о том, что вы для нас значимы. А вы для всех нас значимы – это Родина. Родина, которую мы любим, Родиной, которой мы гордимся, Родину, которой мы защищаем. И спасибо тебе большое, потому что каждая твоя строка – каждая твоя нота – это такое счастье. И мы тебя очень любим, всей нашей семьей, Путаниных и Долговых. И от всей души дарим тебе. Подарки – это не важно. Это облака и небо. Понимаете? Ближе кричать ура-ура, нам сказали нифига, вы там будете сидеть вдали. Но есть такие слова, я хоть и закончила авиационный институт, но я помню вот это ощущение, тут у меня муж закончил авиационный институт, у меня много друзей и так далее. И вот замечательный мой сват, господи, боже мой, любимый дорогой человек, но вы понимаете, в чем все дело? Я помню только одно, когда мы сказали, что вот песни, которые ты сочиняешь, солнце, ты стремишься куда-то вперед, потом ты пробиваешь вот эти облака, а там солнце, там облака, там счастье. Вот ты даришь счастье. Мы очень хотим быть счастливым с тобой рядом, мы очень хотим пожелать тебе огромного от нашей всей большой семьи счастья. И вот сейчас сын еще пару скажет. Люби, люби, люби. Это будет наше семье поздравление от работников атомной промышленности, которые даже на даче встретили с Николаем, и теперь, видите, не выиграть с концерта. Мы его любим всей душой. Спасибо, ребята. Большое спасибо. Я что-то, хотел там уже какой-то лирикой немножко заняться. Вспомнил еще одну вещь, не то, что вспомнил. Я посмотрел, сидит скромный человек недалеко здесь. Это генерал-лейтенант, кавалер ордена Ленина. На всякий случай, это высшая государственная награда Советского Союза. Да, его представляли героем Советского Союза. Многих представляли.
Мы недавно похоронили Виталия Егоровича Павлова, первого и последнего командующего армейской авиации Советского Союза, России. После Виталия Егоровича это место, эту должность, даже ну, как-то слово «занял», не могу сказать, потому что он руководил армейской авиацией. Анатолий Васильевич Сарзуков, генерал-лейтенант, спасибо большое, Анатолий Васильевич. Однажды меня спросили, а что явилось, ну, вот, поводом написания песни, которую сейчас спою? Это, ну, наверное, какое-то такое, много различных событий. Но в числе всего прочего, уж извините меня, Анатолий Васильевич, я помню эту ночь в Торжке, мы сидели с Виталием Егоровичем, и он сказал: «Толя, а помнишь, как мы тебя доставали из кабины?» А я всегда, ну, уже необычно звучит. Я говорю: «Что там было?» Это была «Банжерская операция». Когда Анатолий Васильевич утром уходил из модуля, там было 6 летчиков, а вернулся вечером один. А сделал за день столько боевых вылетов, что потерял 7 килограммов и из кабины самостоятельно выбраться не мог. Это такая работа. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех в их 300-х, 300-х. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Я участвую в парадах, что мне думать о наградах, о пределах износе. Я Ми-8. Командовал мне вольно, нахватал я пуля довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, провокатор хоть не убили, сцепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. В салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, кладил мне руку за платки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Верно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота.
грусть по войнам меня носит. Я и восемь. Я и восемь. Встаньте, пожалуйста, мы вам поаплодируем, дорогие ребята. Посмотрите меня, вот так называть это люди. Это самый боевой род военно-воздушных сил. Это самая последняя надежда тех, кто на земле. Это самые погибающие люди. Когда мы встречаемся, здесь больше всего героев России, героев Советского Союза, орденоносцев. Нету среди них ни одного главнокомандующего военно-воздушными силами не будет, потому что они пашут. Все пашут, конечно, но это кто-то прятка, воздушная пехота. Спасибо вам. Когда еще как вот не здесь нам поблагодарить друг друга или таких замечательных людей и тех, кто нес боевое дежурство по охране воздушных рубежей, вот там Василий Павлович Георгиевич, на действительно МиГ-25, МиГ-31. Вот, тех, вот, у меня тут ребята с Питера сидят из Минска, которые транспортяги, вот, и истребители, и разведчики, и бомбардировщики-бомберы. Все это, ну, летчики, авиаторы. Я всегда говорю, что все это посвящено не только тем, кто в небе, а тем, кто на земле, и гораздо больше, но без них никто не поднимется туда. Это громадная пирамида, да, на вершине летчик, но на земле это такой тяжелейший труд. Я когда в Сирии был, летчики, конечно, выбирались из кабин, это просто, но страшно на них было смотреть, потому что огромное количество боевых вылетов. Но там две смены, ребята, работали, сменные экипажи, а на земле это одна команда, и когда за сутки подвешивали до 10 тонн бомб, ну, не вынимая, как у нас говорят. Ну ладно. Служу, пусть на свете все несовершенно, волан Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде не борело и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает солнце. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, не приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачу пропиваем, мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, мир закон Ньютона не пускает, бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса в Англии. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной,
Только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь. В край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Приходит ночь слегка раскрыта,
ты черный звездный зонт. И солнце, ты чего стыдно, и чем летит за горизонт. И в венах против гулкий стук меня не делает бодрее. Беру гитару поскорее, а спасательный мой круг. Меня хандра свой плен захватит, я пятый угол здесь ищу, но сам себе за все прощу, и сигарет мне на ночь хватит, и сигарет мне на ночь хватит. Месяц за окном прицеплен как-то не с руки, а я усну, наверное, днем. Вот есть на свете ж дураки, квадраты окон не горят, покой их твердо ночь хранит. Лишь я бурю вдыхаю я, а город буднично храпит. Бессонницу не платят, мне часовым стоять черед. Надежда есть, рассвет придет, и сигарет мне на ночь хватит, и сигарет мне на ночь хватит. За окном мужик с пьяным идет по луже с мелом пруд. Его, наверное, ждет жена, меня же ждет здесь только путь. Со мной он рядом и мирно спит, мурлычет, видит пятый сон. Кастрюлька мяса, его сын, и молока почти готов. А за окном встреча осень, поют ветра и листья носят, и кот на кухне что-то просит. Вспоминал вот третьей песни друга своего Игоря Валентиновича Ткаченко. У него же сегодня тоже день рождения. 52 года исполнилось бы, все равно он с нами, мы его помним, действительно как-то вот. Но нет этого ощущения, что нет его с нами. Я просто помню, как-то я неоднократно у него останавливался, и вот он, ну-ка спой песню, где поется про то, как меня задолбали. Ну, потом я уже знал, что ну, когда первый раз, это было очень весело и необычно. Хочу как Винни-Пухом быть, медведем, и друга пятачка иметь, и хватит. Мы вместе с ним в дремучий лес уедем, и за
чувства из души как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, когда сакета в полымя бросают. Вижу, древние услуги, уж лучше пчелы пусть меня кусают. Кусают меня пчелы, не кусают. Медведям будет, наверное, попроще, проблемы их другие по природе. Родил бы косолапая полёще, мечтал бы в крайнем случае о мёде. Я ел бы мёд, сгущёнку и без хлеба, и выбросил бы все ножи и вилки, и было бы моё цветочек неба, а белые счастливые опилки. Было бы моё цветочек неба. Наверное, заболел я каждый вечер, мечтая в эту сказку и оборваться. Кто меня, пожалуй, излечит? И доктор не болит, не доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, и от костра тепла бы мне хватило. Ночью ближе к ветке дружбы почерпнет медведица светило. Светило по медвежьи нашей дружбы. И хватит. Мы вместе с ним дремучий лес уедем, и за проездушку как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит, в природе, как ни странно, нету фальши. И синий шарик пятачок подарит, как тучка на нем куда подальше. И синий шарик пятачок подарит, и я на нем как тучка лежу дальше. Вот беда, смети меня, метель.
иногда, но стреляет патроны с курком вечно на изготовку. А если уж кто-то сжимает винтовку, то кто-то наш мир навсегда оставляет. И так бы хотелось все это не видеть, ни смерти, ни горя, чего-то несчастья. И чтоб только солнце забыть про ненастье, ни в жизни не сметь, никого не навидеть. Замети меня, метель, и спаси. Такое время года.
сигаретных лет. Холодные таблеты и сердца у нас согреты. То ли дружбой, то ли спиртной. Но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман и дым. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе, вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать, но стучат соседи. Свыше в батарее, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости дом ко мне приходят. Прозрачную не воду, а в душе моей по сходу то ли кома, то ли кода. Ночь — такое время года. Ночь — такое время года. Встать и забыла, и сжимает боль затыла, строя сушеных бутылок. И уже закрыта дверь, осень, вечер, ветер, тучи, в доме свет опять отключен. И вот и осявший лучи, робко светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключ, и с собой мир заключен ненадолго до утра. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачно не воду, а в душе моей к восходу то ли хома, то ли хода. Ночь — такое время года. Ночь — такое время года. Ночь — такое время. Света, это ты там? Ёлки-палки! Вот я просто, ну, Свет, милая, пусть меня извини, я молчать не буду. Самый титулованный летчик, не буду я тебя летчицей называть, мира, внесенная в список десять летчиков 20 века, там одна женщина. Абсолютно семикратная, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. Остальных титулов перечислять не буду. Светлана Владимировна Копанина, только из Польши, да, прилетела. Света слишком много правды говорит. Ну, очень интересно, наверное, в этом есть что-то такое вот сакральное, что эта женщина награждена орденом мужества.
прилетит друг волшебным голубом, вертолетик и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить, наверное, оставить мне подарок и все. Эскимо! Начитался в детстве сказок, из родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, и бывает не найдете. Сказка лучший мультик был, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тут, там, тут, тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут все. Нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам. Иногда я огрызаюсь, но все тяжкие пускаюсь. И за небо я хватаюсь, каждой областью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем свой танец дружим, он герой, я им горжусь. Прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете, неотложно по работе, и заботясь о пилоте. Детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем! Запускаем! Вертолет! Вертолет!
скоро-скоро к четвертому развороту. Интересная вообще, скажем так, страна авиации. Это действительно целая страна. Иногда мы говорим, что это наша любимая девушка. Самая главная любовь в жизни. Иногда спрашивают, а как это все? Как вот там летать? Я так полушутя, полусерьез говорю. Да все там очень просто. Нужно просто научиться налетать. Научиться летать и летать. Скажу тебе, как птицей стать и ночью над одной поверхностью лететь и, коснувшись звезд, от счастья петь, лунное лететь. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Слетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать, главное летать. Звездной вышине, в бреме, а не во сне, обмануть законы физики, суметь формулы поправ. Исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, умываясь небесами, обвинить. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, два на два умножишь, выйдет в пять. Веришь, ввысь несложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Обернется главная мечта, и крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно пить, главное любить. В звездной вышине, в бреме, не во сне, обмануть законы физики суметь.
спасибо вам за поздравления, спасибо за то, что пришли, спасибо за пожелания. Здоровье не только, ну вот, от вас мне. Это здоровье приходит именно от вас, потому что вот можно устать на концерте, но головой ты настолько отдыхаешь и получаешь такой заряд. Я желаю вам, кроме здоровья, самое главное это мирное небо, чтобы никогда на землю ребятам не приходилось, как можно реже его, лучше не приходилось смотреть через прицельную марку. Как обычно, вылет срочный. Знать, приезжали даже точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный русский страх, на нашу планшете метку. Там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, будет еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаясь без кроссовки, техник станет из концовки. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на все. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы, скалы и ражи, мои браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомые не зевай. Внизу держись, жесть, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля бы не рвет. До ворот бросаю фобу и на выходе ни слова. Словно я попал в ухо, заболтала самолет. Серо, как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как собраться в грачи. Прилетели, выручаем, с каком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, ну разведка не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь, в сладкий глаз я заикаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в тачу, вот ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача и возил бы арбуз. Бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадаю. Вот глаза мне раскидает, я спасение от шары. Как еще не просто жарко, отправляй в подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка, танка, грохот выстрела у болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не переводку. Я как уж на сковородке из разрада в НВК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный пока. Мне похоже, как морозом грачу, стало клюнул носом. Значит, если под вопросом, самолет мой просто флам. Живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И наушники я слышу, ребята. Спасибо вам! Обратно, довернули. Позади снаряды пули. Уравнение вернули. Держит в воздухе грачи. Борт летит на чистом слое. А из носа капли крови. Знать в санчасти. На здоровье получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарет. Ах, ребят. Будем жить. Будем жить. Дорогие, спасибо вам. Спасибо огромное. И обязательно, конечно, до новых встреч. 20 августа здесь Вадик Захаров будет выступать. Вадим Юрьевич Захаров, так вот правильнее будет сказать. Я, наверное, в ноябре
даже, наверное, свою любимую цифру 13. Приходите, попоем. Спасибо.